18 ноября в Сергиево-Посадском филиале в ГИК прошел семинар «Культура дневников». Во время семинара преподавателями были раскрыты темы: культура ведения дневника в различных эпохах, дневник как предмет материальной культуры. Дневник представляет собой для историка. Насколько он может быть интересен, насколько он является источником информации, насколько он достоверен. Ну, в принципе, что он достоверен, но только с налетом некой субъективности. Автор дневника как персонаж. Более того, нужно выстроить некую драматургию. Нужно выстроить моменты, связанные с его рождением, с какими-то вот такими вот вещами. Очень трудно выбрать главные моменты и очень трудно выбрать из того, что он сам написал. Потому что он же не знал, какие события в его жизни главные. Он каждый день записывал что-то. Этические нормы при использовании дневников в неигровом кино. Как не переступить за черту? Дневника – это очень, такой очень полезный технологически и психологически такой акт. Да, дневник – наш инструмент. Письмо – наш инструмент. Поэтому отказываться от него, если есть такая возможность. Вот я сегодня задала вопрос о композиции, да, и автор объяснил, да, что иногда лучше нарушить композицию, но зато поглубже внедриться в своего зрителя за счет дневника. Это очень верное решение. Еще один очень важный момент, да, то, что мы за счет, мы же не просто фразы выбираем, дневники огромные, письма огромные, мы же оттуда выбираем что-то то, что, те фразы, которые работают на нашу мысль. Также были проведены мастер-классы по написанию части дневников героев анимации и русского фольклора. Кроме того, был приглашен гость, психолог Андрей Кёник, рассказывавший о пользе ведения дневника в психологии. Соответственно, мы проще, счастливее и дольше живем. Ну, если вот все упростить, вот просто пропустить. И в данном случае это достаточная мысль для того, чтобы вообще задаться вопросом, что в эту сторону надо думать, в эту сторону надо чем-то заниматься. Дневник – это гениальное начало. И это опыт самоанализа, это опыт саморефлексии. Это опыт самопсихологической помощи, когда вы читаете свои собственные тексты, задаете в эти тексты вопросы, понимаете, что эти вопросы вы задаете сами себе и сами на них же отвечаете. Семинар входит в проект «Культура дневников». Проект реализован в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.